это еще долг. Основные тезисы. Если слот... центру. Соответственно, мы уже разворачиваемся, и головняк уже становится не головняком, а левым флангом. И я вот... Воля, сила, долг, это Ярополк. Воля, сила, долг, это Ярополк. Надо, надо, надо откачаться. Ну, блин, ребят, это довоенная подготовка, еще раз говорю. Тут не будет какого-то европейского там воспитания или подхода на «вы», «солнышко», «зайка» и все в этом духе. Он должен от тебя туда уйти, а ты бежишь в центр, ты портишь всю фигуру. И это всего лишь холостой тренаж! Головой да что? Это не наказание, не условие. Как только он побежит и он закрепится, ты к нему идешь. Я это делаю для того, чтобы вы просто поняли, как это должно быть. Итак, у нас противник справа, быстро приняли ситуацию. Пошел. Держу. Иду. Иду. Держу. 2-3 шага, без укрытия. Держу. Иду. Сказал 2-3 шага. Подсказываешь к нему, что он последний. Пошел, пошел. Иду. Все, отходим в общую группу. Иду. Давай, давай, давай. Ладно, я противник, я с этой стороны. Круговая оборона, быстро. Быстрей, быстрей, быстрей. Круговую, побыстрей. Все, головняк сейчас пускай так же идет со всеми. Так, мы сейчас идем навстречу другой группе, повоюем. Все, выдвигаемся. Палец контроль. И на этой линии начинаем прочесывать местность. Мы сектора смотрим свои. Вот так. Сила, слава, долг, это я Ярополк. Так, моя группа, начинаю насыпать. У кого гранаты остались, можно применить. Все время на пределе. Где они? Видно их? В боевой двойке. Я вашу боевой двойку. Насыпаем!
второй, первый этаж со стороны улицы. Молодой. Спина к спине. Жди. Пам-пам-пам! Есть! Интак! Сила, слава, долг — это Яробол!